Книга почета Айхала пополнилась новой фамилией. Звание почетного гражданина присвоили водителю Треста «Алмаз Автоматика» Илариону Романову. Оксана Мезенцева встретилась с ветераном поселка. Главное богатство приполярного Айхала – это его жители. Передовики производства, лучшие работники. Они вносят значимый вклад в развитие поселка и наряду с другими жителями пишут историю Айхала. Теперь лучших работников, передовиков производства и почетных граждан будут знать в лицо. Их портреты можно будет увидеть здесь, на доске почета. В год 55-летия ее установили на главной площади поселка. На доске и фотография Илариона Романова, ветерана Алроса, водителя и отныне почетного гражданина Айхала. Водителем Романов работает 21 год. Каждый трудовой день Илариона Петровича расписан по минутам. Но он не жалуется. Я думаю, что это что-то, наверное, душевное. Не знаю. Ну, довольно-таки понравилась профессия. Хорошая, тянула все-таки к этому делу. Работа на КамАЗе, ЗИЛе или МАЗе ему все равно. Опыта у нашего героя предостаточно. На предприятии в Айхальском монтажно-наладочном управлении такого сотрудника ценят. Обратишься, всегда поможет, всегда по советам, делом, чем может там, ну, поможет. Мы с ним и на рыбалку, и на охоту вместе ездим. На крайний север Иларион Романов приехал с родителями еще мальчишкой. В Айхале он уже 55 лет. Здесь вырос, получил профессию, обзавелся семьей. Присвоит звание почетный гражданин поселка Айхал Романову Илариону Петровичу. Было это все приятно. Все-таки отжил, отработал, оттрудился, естественно, на благо Айхала. Уходить на заслуженный отдых Иларион Романов не собирается. Устраивает все – работа, коллектив и заработная плата. На всю жизнь и интерес к автомобилям. В личной коллекции опытного водителя – два снегохода, Нива и пикап Volkswagen. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».